конкурс «Дети читают стихи» Филиппова Александра, 14 лет, школа имени Александра Сергеевича Пушкина, номер 10, город Петрозаводск, Вероника Тушнова, письмо. Хмуро встретили меня в палате, оплывала на столе свеча, человек метался на кровати, что-то исступленное крича. Я из стиснутой руки солдата осторожно вынула сама неприглядный серый помятый листик деревенского письма. Там в письме рукою неумелой по печатному писала мать, что жива, а хата погорела, и вестей от брата не слыхать, что немало горя повидали, что невзгодам не было конца, что жену с ребенком расстреляли, уходя у самого крыльца. Побледневший, тихий и суровый, в голубые мартовские дни он ушел в своей шинели новой, затянув скрипучие ремни. В коридоре хрустнул пол дощатый, дверь внизу захлопнулась звеня. Человек, не знающий пощады, шел вперед на линию огня. Шел он, плечи крепкие сутуля, нес он ношу, ненависть свою. Только бы его шальная пуля не задела где-нибудь в бою, только не рванулась бы граната, бомба не прорвала на пути, потому что ненависть солдату нужно до Берлина донести.